Всем привет! Значит, вот уже. Какая работа сделана. Проема уже нету. Маяки стоят. Первый грубый слой прокидан. Вот. Немножко загвоздка с песком. Нету песка пока, мисс. Готовим эту стеночку. Следующую рядом. Сейчас я покажу. Слои, конечно, немножко большеватые, но уже что есть, то есть. Здесь, значит, я уже демонтировал окно. Вот оно там стоит. Кстати, рама у него ничего. Расширяю проем. Здесь будет окно 1,20 на 1,20 м. Как стандартно. Земля, мусор вот всякий возим, долбаем. Вот. Готовим проем. Окошко завтра столяр или кто он, плотник, будет делать, сказал. Проклеит, укоротит. Моя задача будет его погрунтовать и покрыть пару раз лаком. Лаком хочу покрывать масляным, поэтому будет высыхать долго. Ну, чтоб уже окно не портилось, там не коробилось, не гнило от погодных условий. Вот. Работа двигается трудно, долго, нудно очень, заматывает. Вот так это все со стороны. Зрелище еще то, конечно. Тоже уже маяки готовы. Все готово, ждем песок. Ждем песочек. Каркас для отмостки уже проварен здесь. В принципе, такая работа, на мой взгляд, дотошная, нудно сделана. Маяки везде почти стоят. Осталось еще с окном разобраться. Тоже поставить два столба сверху для усиления. И потом штукатурить, затирать, провилом стягивать. Затем выставлять лес и делать отмостку. Вот такой видосик я вам хочу показать. Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Не грустите. Все будет зашибись.